Приветствую вас на нашем канале, канал самых оперативных, увлекательных, познавательных, интересных, а самое главное, актуальных и популярных новостей в сети. Надежда Мейхер-Грановская, не клипмейхер, а Мейхер-Грановская, рассказала в передаче «Секрет на миллион», ведущей которой является несменная Лера Кудрявцева, о том, кто же отец ее ребенка. Напомню, сейчас ребенку Мейхера уже 14 лет, а имя этого счастливого человека Александр Лещенко. Это бизнесмен, безусловно, как о нем рассказывала Грановская, мол, познакомились они на улице еще в начале ее карьеры. Никогда он не рассказывал о том, какой именно предпринимательской деятельностью он занимается. Но уже там через некоторое время он называл себя, ее вернее, своей женой. Ну, там на разных посиделках, тусовках. Именно от него Надежда и родила ребенка. Говорит, это был мой выбор, я так хотела, но связывать судьбу с этим человеком я не собиралась. Это явно был не мой выбор. Да, но в тот момент я решила все-таки завести ребенка. Потом, как и рассказывает сама Мейхер, были, конечно, некоторые неполадки и непонимания со стороны Константина Меладзе, но деваться было некуда, и он отправил Надежду в декретный отпуск. Но буквально через несколько недель после родов Надежда Мейхер снова вернулась на сцену в составе Виагры и заколесилась, понеслось. Зато сейчас она самодостаточная, пока что одинокая мать. Вот так вот. Вот такая небольшая история Мейхер. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал. Счастливо.